Немецкий рынок считается одним из самых требовательных и конкурентоспособных в ЕС. Чтобы попасть туда, продукты должны в первую очередь соответствовать самым высоким стандартам качества, а предпринимателям необходимы средства для их продвижения. Об этом на практической сессии «Export Morning», организованной агентством по инвестициям, рассказали отечественные бизнесмены, которым удалось добраться до этого рынка. Если в 2016-м Германия занимала 5-е место среди торговых партнеров нашей страны, то в 2017-м она оказалась уже на 4-м месте после Румынии, Италии и Российской Федерации. По мнению экономических экспертов, эта страна может стать стратегическим партнером для нашей страны. Германия является фактом интересным. Это самая большая экономика Европы. Молдова есть мульт прям мика, потому что сфери прям мульт. Адика, авиам аша капацитати де крештери пе ацесте пиеце, инкат нич ну не май имагинем. Мултими 5 ани, экспортер нас пиаца Германа креску в медиу ку 14%. Крештери константа а импортului pentru Молдова де нуч, плюс 9% в мултими ани. Мере плюс 7%, продукты де патисерии плюс 4%, фрукты ускате плюс 4%. Среди тех, кто мечтает освоить этот рынок, Виктор Казаку, который выращивает фрукты. Он говорит, что интересуется этим рынком из-за большого количества потребителей, но попасть туда очень сложно. Он имеет гамма продуктов. Да. Стругурь, каиси, пруни. На ресту продуктов мы не имеем конкуренция в пиаце Германии. Это ничего волум, ничего калитати, ничего прец. Германия, дин Европа, есть самая грево аксессибила пиаца. Дин мотиву стандартилор где сертификаты в карьере лечер. А вот компании Дианы Власюк впервые удалось экспортировать сливы в Германию в прошлом году. Помимо сертификатов качества, им пришлось повозиться и с упаковкой. Кучерит, probabil, să zic, piața Germaniei cu prună, Stanley. Am exportat în jur de 200 de tone de prună. Și dacă o să fie cu succes, poate anul acesta vom mări volumul. A fost nevoie de certificare Global Gap plus gras. Este un ambalaj mai mic, deocamdată tot în lădițe, doar că nu 10 kg cum se obișnuia, dar doar 5 kg, ambalaj de 5 kg. Fiecare mașină înainte de a fi livrat a fost nevoie să fie sortată. Se poate face acest export doar atunci când ei au căsuțele astea libere, adică pentru că ei importă și din alte țări și atunci când nu au materia primă, cer din Republica Moldova. А для пчеловодов немецкий рынок привлекателен, говорит президент Ассоциации экспортеров продуктов пчеловодства Молдовы Василий Долгиеру. Германия есть самый большой импортер мяса. В același timp el este și exportator. Sunt șanse pentru ca mierea din Moldova, fiind într-o cantitate nu atât de mare, 4-5 mii de tone anual care se produc, să ne mierească toate pe piața Germaniei. Noi sperăm spre aceea ca să crească экспортерли демьери, а нуми в Германии. По словам организаторов, эти тренинги направлены на расширение рынков сбыта для молдавских производителей. Pentru un export mai calitativ, mai eficient, pentru a diversifica piețele, pentru a avea un acces mai eficient pentru exportul produselor sale. Piața din Germania este una cu un potențial foarte mare, procedurile vamale, toate așteptările consumatorilor legate de acele specifice de acces în rețelele de distribuție sau retail. В прошлом году наша страна экспортировала на немецкий рынок товаров на сумму более 245 миллионов долларов, что на 14% больше, чем за последние 5 лет.